Короче, это заключение, часть номер 8.8.N2. Это вот, что я вам не обновостила об этом. Ой, я не записал какого-то... Автомобиль ехал быстро, с какой-то быстрой скоростью. Герой форсажа какой-то попался, я лишь чувствовал себя форсажем. Кстати, по поводу просмотра Рубики Мана, обязательно ли смотреть или нет? Нет, в качестве наказания за Альфу 000. Ой, и 56-го выезда. Хотя он вышел, наверное, 12 дней назад где-то. Вот оно, солнце среди туч. После 56-го выезда, 195-го бастада в Сан-Андреаске, выезда в GTA 5 имеется в виду, пришлось ехать к сестре. При этом я не выкладывал ни одного видео. Несмотря на то, что у меня был кайммастер. Я бы мог воспользоваться кайммастером для лого-эдитинга. Лого-эдитингом что-то стал редко заниматься. Наверное, из-за ОГЭшки, которая будет скоро. Я тут отлетел, что слушал сон, смотрел видос и играл в Майнер. Короче, а при возвращении домой был другой маршрут какой-то, удлиненный. Хотя тут расстояние было меньше, хоть там километров 34. Пришлось... ехать-то там, наверное, километров 38 по обратной пути. Итого получаем 72 или 71. Стоп, вроде бы тут не 34 километра туда, 32, а может быть, значит, туда, наверное, 36. Поэтому... Так, тут автомобиль, я тут шляюсь. Короче, думаю, пора заканчивать. После возвращения я зашел, правда, не в Майнкрафт, не в Сан-Андреас, а в GTA Vice City. Всем пока.
пока. Еще по поводу рубики именно оцените. Если вы нейтрально относитесь к рубики именно, пишите число 52. Если вы не знаете о рубики именно, пишите число 100. Если вам не нравится рубики именно, пишите число 46. А если вам нравится рубики именно, пишите число 56. Там ходу дискотека армейская, поэтому разворачиваю свой лагерь. Я, наверное, на всякий случай, если вам не нравится Руби Гейман, пишите число 46. А если вам нравится Руби Гейман, пишите число 56.